Куда он нас сейчас везет? В музей усадьбы Петра Щегловитова, писателя. Неимоверно счастливы видеть высоких гостей. Этот музей – жизнь наша. И у нас эту жизнь хотят отнять. И очень хочется верить, что пока в правительстве есть вот такие люди, как вы, этому не бывает. Может быть, свадьбу в усадьбе справим? Здесь красота немыслимая. Пруды, конюшни, барский дом. Да что? Следующий на поражение. А, я понял. Может ли циничный и самовлюбленный столичный бюрократ всего за два дня стать нормальным человеком? Конечно, нет. Но автор сценария и режиссер Авдотья Смирнова решила все-таки попробовать создать ситуацию, в которой такое превращение возможно. И вот что из этого вышло. Федор Бондарчук и Ксения Рапопорт в комедийной мелодраме «Два дня». Смотрите на нашем телеканале.